И в начале новости последнего часа. Главный тренер нашей сборной по дзюдо, итальянец Эцио Гамбо, получил российское гражданство. Указ об этом подписал Владимир Путин. Президент сообщил об этом сам в Сочи во время встречи со спортсменами. Гамбо, много лет выступавший за Италию, был участником 4 Олимпиад подряд. В 80-м в Москве завоевал золото. В 2008-м он стал наставником российской мужской сборной. На летних играх в Лондоне наша национальная команда по дзюдо под его руководством впервые в истории стала лидером. На сегодняшней встрече Владимир Путин рассказал, что во время телефонного разговора уже проинформировал итальянского премьера Маттео Ренци о своем решении и лично вручил тренеру новый документ. Я принес с собой паспорт гражданина Российской Федерации. Для того, чтобы этот документ стал настоящим, нужно обязательно расписаться. Ренци, пожалуйста. Поздравляем нашего главного тренера с этим шагом. Нам это приятно, если он принял такое решение. Значит, его уже многое связывает с нашей страной, даже больше, чем дзюдо. Но мы с ним много говорили об Италии, о Европе, о России. Я думаю, что такие люди, как он, больше помогают в сближении народов, людей, стран, чем большое количество всяких демагогов, которые привыкли рассуждать на околополитические темы. Спасибо, это действительно особенный подарок. Для нас сегодняшняя встреча очень важна. До Олимпиады осталось недолго. Я считаю, что для победы сделано все. Что от команды требуется сейчас, так это остаться в том же состоянии. С нашими дзюдоистами и с их тренером Владимир Путин сегодня встретился и на татами. Президент занимается этим видом единоборств не одно десятилетие и, несмотря на плотный график, находит время для тренировок. Среди тех, кто сегодня следил за ходом поединков, были председатель Олимпийского комитета России Александр Жуков и министр спорта Виталий Мутко. Последний даже переоделся в спортивный костюм, но, правда, на татами так и не вышел.